Всем привет! Сегодня вышла игра Battletoads, и пока нет полноценного кряка, давайте попробуем запустить ее с помощью обхода. Итак, для этого нам понадобится сама игра, скачанное приложение Xbox, его можно скачать в магазине Windows. Зайдите под фейковым аккаунтом или просто создайте новый. Включить режим разработчиков. Ну, собственно, и все. Итак, начнем. Первое. Это устанавливаем необходимый софт. И запускаем вот этот батник. Он находит нашу игру и активирует ее. Ну вот, собственно, и все. Теперь пробуем запустить игру. Запускаем. Вот она появилась из папки. Из папки из пуска. Из меню пуск. Игра подключается к аккаунту. Принимаем соглашение. Так, геймпад у меня, к сожалению, зарядился, но попробуем на клавиатуре, что тут за игрушка. Being a bad guy is great. Cool hideout, fancy hoverboards. And no one can tell me to wear a shirt. Oh no! It's the mega famous Battletoads, including Zitz, the leader, Pimple, the strong one, and Rash, the sunglasses one. Don't forget Best Kisser! Enough talk! It's time to... Best Kisser? Why are you the Best Kisser? Maybe because I practice on my hand all the time? That just means you're the best at kissing your hand. Come on, there's more girls outside.
Ну вот, собственно, и все. Ничего сложного нет. Любому, кажется, мне это сделать под силу. Ну, на этом. Всем пока.